Скажіть, будь ласка, чи є ще якісь червоні лінії, які не перейшов Лукашенко, бо виглядає, наче вже всі можливості закриті для білорусів? Нет, это нужно понимать, что у диктатуры нет красных линий, потому что помимо того, что был захвачен самолет, что является террористическим актом, в белорусской тюрьме накануне умер политический заключенный. То есть я уверена, что человека убили, потому что это Виталь Ашурак, который умер несколько дней назад. Было заявлено, что у него остановилось сердце, но мы в это не верим. На самом деле это был абсолютно здоровый человек, ему было 50 лет, у него не было никаких проблем с сердцем. И вот сейчас родственникам не выдают тело погибшего, я убеждена, что это убийство. Поэтому людей в Беларуси убивают. Сейчас тысячи политических заключенных в Беларуси на самом деле. Каждому из них угрожает опасность. Вот последняя новость сегодняшняя – это приговор к 7 годам колонии усиленного режима для лидеров Европейской Беларуси Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, лидера белорусско-христианской демократии Павла Северинца, также 7 лет колонии усиленного режима, и другим активистам Европейской Беларуси по 5 лет. То есть это огромные сроки, которые сегодня получают настоящие патриоты, герои Беларуси. Ну и, конечно же, нужно делать все возможное, чтобы освободить этих людей. Поэтому про какие-либо красные линии я бы не говорила, их нет, когда человек встал на путь беспредела и пытается удерживать власть вооруженным путем. А скажіть, будь ласка, чи є якась можливість захистити якимось чином зараз тих політв'язнів, які перебувають у білоруських в'язницях? От, зокрема, і Протасевича, і людей, яких ви назвали. Чи допускають до них адвокатів, чи допускають до них правозахисників, дипломатів з інших країн, зрештою? Нет, к ним никого не допускают. Что такое Беларусь, как работают в Беларуси адвокаты, я могу сказать на своем примере, поскольку сама сидела в тюрьме КГБ, и никакой реальной защиты заключенных со стороны адвокатов нет. Вот в случае шаг в сторону, адвокатов просто лишают лицензии. Поэтому они крайне осторожны, возможности консультироваться открыто со своим адвокатом нет. То есть, как правило, встречи очень короткие, часто в присутствии следователя. Поэтому, конечно, люди находятся в таком абсолютно беззащитном состоянии, и защищать их должны те, кто сегодня на свободе. Это как сами белорусы, живущие внутри страны, так и необходима внешняя поддержка, то есть в первую очередь вводить серьезные международные санкции против режима Лукашенко. И сейчас я говорю не о персональных санкциях, поскольку их недостаточно, а именно о серьезных экономических, торговых и финансовых санкциях. Вот это то, что мы сегодня требуем от стран Запада и призываем страны Запада не тянуть, а вводить серьезные ограничения против диктатуры. А якими можуть бути ці обмеження? От зараз Євросоюз заявив про заморозку 3 мільярдів підтримки фінансової. Що ще можуть зробити саме от на рівні держав? В первую очередь необходимо вводить экономические санкции против предприятий Белнефтехима, то есть прекратить закупку белорусских нефтепродуктов из Беларуси, а также вводить санкции против Беларуськалия и прекратить закупки калия. Также необходимо вводить санкции против банков, вплоть до отключения Беларуси от системы SWIFT. То есть это вот те санкции, которые действительно могут помочь. США сейчас возобновили санкции против предприятий Белнефтехима и ряда предприятий, таких как Гродно-Азот, но необходимо включать в этот санкционный список и Беларусь-калий, поскольку США закупают калий, и необходима синхронизация этих действий с Евросоюзом, потому что Евросоюз, к сожалению, сейчас не вводит вот эти экономические санкции, их очень не хватает, и это действительно то, что поможет освободить страну и разрушить диктатуру. Ната Радіна з нами на зв'язку. Це білоруська журналістка і головна редакторка сайту «Хартія 97». Прошу вас залишатися на зв'язку. Ми продовжимо цю розмову про ситуацію у Білорусі після новин. Да, це новий день. Валерій Широков, Валик Кошляк. Продовжуємо говорити про ситуацію у Білорусі. З нами на зв'язку білоруська журналістка, головна редакторка сайту «Хартія 97» Ната Радіна. Ми говоримо про ситуацію, яка склалася, ну, по-перше, вже не перший день у Білорусі із акціями протесту, із затриманням людей на цих акціях протесту, із тим, що іноді вийшов на протест, рівнозначно сів у в'язницю. У такому випадку дуже багато людей, насправді, ухвалюють рішення поїхати з країни. Не кажу назавжди, але, можливо, тимчасово заради власної безпеки. І отут є один такий нюанс, про який говорять, коли кажуть про закриття авіасполучення із Білоруссю, що, звісно, як політичний крок це добре, але з іншого боку це позбавляє білорусів можливості, однієї з можливостей виїхати з країни, де зараз небезпечно. Тому у вас, пані Нато, ми хотіли би запитати, а як ви ставитеся до закриття авіасполучення? Чи це не ставить більше під загрозу тих білорусів, які могли би, ну, втікати з країни? Я думаю, что большую угрозу, чем ту, которую представляет сегодня для белорусов режим Лукашенко, представить себе сложно. Поэтому я приветствую шаг запрета полетов Белавиа, которая является государственным предприятием, и эти деньги идут сегодня на силовой аппарат, в том числе деньги за транзит. Поэтому это все правильно. Абсолютный запрет полетов Белавиа в Европу и отказ европейских авиакомпаний летать над Беларусью. Следующим шагом могло бы стать как раз-таки запрет на наземный транзит через территорию Беларуси. Это то, что в первую очередь бьет по режиму, и это нужно понимать. А угроза людям в первую очередь сегодня исходит от фашистского режима. И этот режим необходимо остановить всеми возможными способами. Якщо ми говоримо про введення санкцій і про реакцію режиму Лукашенка на ці санкції, чи не опиниться врешті-решт Білорусь в повній ізоляції? Беларусь оказалась в полной изоляции исключительно из-за действий самого Лукашенко. И сегодня я считаю, что необходимо только усиливать давление на этот режим. И снова повторю, необходимо именно экономические санкции против диктатуры. И так, это в быстром времени приведет к падению этого режима, и страна, в общем-то, станет на нормальные рельсы, начнет развиваться и станет открытой, демократической и свободной. А наскільки нині білоруси готові виходити на протести от уже після всього, що сталося на сьогоднішній день, розуміючи всі небезпеки, от з протестними настроями, як взагалі зараз ситуація? Протестные настроения только нарастают. То есть это нужно понимать также, потому что чем больше Лукашенко пытается закрутить гайки, чем больше он вводит различные репрессивные законы, пытается задавить все живое в стране, тем больше протеста и ненависти он вызывает со стороны белорусов. Поэтому я убеждена, что акции в Беларуси продолжатся, возможны забастовки на крупнейших предприятиях, и протесты будут, не переживайте. В этом я убеждена. Ну, власне, хотілося б ще уточнити вашу думку з приводу того, наскільки можливий певний силовий сценарій, тому що до цього часу найчастіше і лідери протесту, і просто дуже багато людей, з якими ми з Білорусі спілкувалися в нашому ефірі, завжди наголошували на одному, що білоруський протест є мирним. От які шанси того, що він перестане бути мирним, зважаючи на те, як закручують гайки кожен день? Ну, радикализация протестов не исключена, безусловно, потому что и это может быть ответная реакция на как раз-таки на ту жестокость, которую сегодня творят с людьми опричники Лукашенко. Поэтому я бы не исключала радикализацию протестов, но, безусловно, я понимаю людей, которые говорят, что протест должен быть мирным. Дякуємо вам за відповіді. Ще, мабуть, би наостанок хотіли уточнити з приводу роботи. Я би хотіла спитати про роботу. Наскільки безпечно вам продовжувати роботу з вашим сайтом, наприклад, якщо ми бачимо, як поводяться з медіа, взагалі з медіа, дотичний до нехта, наприклад? Но мы продолжаем работу, потому что если начнешь думать обо всех опасностях, которые тебя предостерегают, то есть, ну, это очень мешает на самом деле. Поэтому, ну, конечно же, то есть я не могу сказать, что мы чувствуем себя даже в Польше в абсолютной безопасности, но, к счастью, пока я надеюсь, что все будет нормально. В любом случае надо работать. Чи є у вас якісь страховки або якісь пропрацьовані алгоритми, як захистити себе, або як швидко евакуюватися, або теми, на які треба писати більш обережно? Ну, безусловно, я стараюсь соблюдать все правила безопасности. Я не буду сейчас о них рассказывать в эфире, но мы думаем о безопасности и людей, и сотрудников Хартии, так что будем надеяться, что мы сможем продолжать свою работу. І ще питання про санкції, які має впровадити Європа. Ми знаємо, що Європа зазвичай доволі обережна в питаннях санкцій, залишає можливість для домовленостей. Як ви вважаєте, чи ще залишається питання, на які можна домовлятися з Лукашенком? Чи тільки виключно санкції є єдиним дієвим механізмом? Никакие договоренности с Лукашенко быть не могут. То есть вы должны понимать, что имеете дело с психопатом, с психически ненормальным человеком. С человеком, который патологически болен, который не вцепился во власть, вот своими руками не хочет отпускать страну. То есть никакие договоренности с ним невозможны. Все эти годы правления, а правило-то он уже 27 лет, они доказывали, что как только шло смягчение или отмена санкций, как только Запад пытался договариваться с режимом, тут же усиливались репрессии. И подтверждение этому мы увидели в 2020 году. Поэтому только санкции вплоть до конца режима. Только так. Як пересічний, не знаю, українець, поляк, литовець чи представник якоїсь будь-якої іншої країни може допомогти чи якось вплинути на ситуацію? Чи є, ну, наприклад, сенс відмовлятися від білоруських товарів, бойкотувати щонебудь, виходити на акції протесту під посольствами? Чи на такі речі режим вже не реагує? Ну, смотрите, вот какие сейчас пошли потрясающие акции солидарности в Латвии и Литве, где мэры Вильнюса и Риги вывесили бело-красно-белые флаги вместо красно-зеленых официальных лукашенковских полотнищ. То есть вот это на самом деле вот такие вот сильные акции солидарности, которые тут же вызвали истерику в белорусском медиа. Вы знаете, что вчера в МИДе заявили, чтобы все сотрудники посольства Латвии в Минске покинули страну. Вот, это показывает, вот, насколько сильными могут быть вот такие акции солидарности. Ну и граждане других стран, они могут выходить на акции солидарности к посольствам Беларуси, могут требовать введения экономических санкций, могут требовать выдворения белорусских послов из своих государств. То есть спектр действий очень широкий. Могут помогать семьям политическим заключенным, могут помогать независимым медиа, которые сегодня работают в трудных условиях. Поэтому, ну, спектр помощи на самом деле огромный, и мы как ориентируемся всегда на помощь обычных людей, потому что она порой сильнее, чем помощь правительства. Дякуємо вам. Ната Радіна, білоруська журналістка, головна редакторка сайту «Хартія 97». Хай живе Білорусь. Бажаємо вам успіхів і безпеки в вашій роботі, яка нині є однією з найскладніших, мені здається. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.